Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Канал Гнусавый Летсплея приветствует всех зрителей и подписчиков. Это игра Империум Романум, и сегодня мы будем застраивать очередной город. Даже не знаю, какой выбрать. Либо Магунтиакум, либо Лас Медулас. Я не знаток, ну что ж, старая стандартная считалочка. Шишел, вышел, пернул, вышел. Так, итак, будет Лас Мидулас. 90-й год до нашей эры. Итак, поехали. Огромная Римская империя голодна на ресурсы. В северо-западном регионе провинции Хиспания, в укрытии гор Медиланум, лежит скрытое сокровище. Самые богатые залежи золота во всей империи. Вау! Однако иберийцы, которые обитают в этом регионе, не хотят отдавать свое золото. Итак, похоже, что Лас Мидулас готовится к сражению, которого никак не избежать. Ну что ж, будет интересно. Это значит, будет боевая миссия. Боевой город, боевая застройка. И будет жарко, будет весело. Вау! Ёшкин ты пес, сколько тут ресурсов. Так, поехали, посмотрим. Камушек, камушек. Камушек, камушек? Камушек, только камушек. Так, тут у нас лес. Тут необходимо будет, значит, построить еще пару лесопилок. Так, вода есть, доступ к воде. Замечательно. Так, поехали дальше, поехали дальше. Что же здесь? Здесь тоже лежит камушек. Здесь золото, золото. И враги. И тут же еще... Сколько тут золота? Так, мечники, мечники. Два отряда мечников, которые будут постоянно нападать. Так, здесь у нас тоже два отряда лучников, которые будут постоянно нападать. И у них в запасе имеется, помимо акведука, еще мрамор. Так, отлично, там я еще не посмотрел. В общем, нас описание не обмануло, и действительно, регион богат, богат на ресурсы. Опять золото, золото, сколько здесь золота, боженьки. Так, тут еще два золота, и тут еще золото, ё-моё. Так, стоп, а это что? Это моё, золото, железо, золото. Так, я думаю, вот этому зданию хана, про него можно забыть, потому что он располагается между двумя врагами. Так, 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 так. Необходимо все запланировать. Так, прежде чем начинать массовую застройку, я должен обеспечить... Так, надо, необходимо, значит, продумать все. Так, 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 здесь будет рынок где-то, вот будет такой вот охват, здесь будут жители, так, тут необходимо построить хранилище, также можно строить дома, чтобы строить дома, необходимо будет построить еще один рынок, чтобы был большой охват, тут будут фермы, и опять каменоломня, так, поэтому даже хранилище нужно будет построить здесь. Эх, 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 как все сложно, так, металл, отлично, и необходимо обязательно... позаботиться о защите. Как мы знаем, лучшая защита — это нападение. Так, ладно. Так, дом я построил криво, но думаю, ничего страшного в этом не будет. Так, тут никаких пирсов нет, выхода к морю тоже нет. Поэтому тут мы без рыбы и необходимо, просто необходимо. Так, смотрим. Так, 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 минута, минута. Рыба есть, мука есть, лен есть, и все ресурсы по 10 есть. В принципе, первое время выдержать, продержаться можно. Так, необходимо построить дорогу для... Вау, как-то ты не так строишься, дорога. Странная эта дорога, черт с тобой. Так, 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 необходимо, значит, построить рынок. Рынок будет здесь, рынок будет здесь. Так, вот, отлично, в этой части будут дома. Дома. Так, интересно знать, радиус охвата такой, такой, такой. Так, как я и хотел, необходимо сразу же начать добычу камня. Камень будем добывать, камень будем добывать здесь. Здесь тоже можно построить фермы. При этом можно построить еще одно хранилище здесь. Нужно сейчас все заранее распланировать. Распланировать, распланировать. Так, 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 так. Так как здесь будут еще два храма, поэтому, думаю, дома еще можно построить вот таким макаром. Я, собственно, этим вопросом сейчас и займусь. Так, еще будет один рынок. Сразу же построю пару каменоломен. То есть пару шахт. Так, процесс пошел. И необходимо просто жизненно важно, Так, это не то. Необходимо больше дерева, чтобы строить лучников. Без лучников мне будет крайне плохо. Так, сразу нет, нельзя улучшить пока. Я даже еще не взял ни одной таблички. Я, как всегда, спешу с событиями. Так, пару домов я построю здесь. Здесь даже мне нужно 4 дома построить.
Этим вопросом я и займусь сейчас. Так, сюда. Ладно, пускай один дом еще будет здесь. Здорово. Так, женщина будет себя работать здесь, мужики будут работать на шахтах. Все, казалось бы, прекрасно и замечательно. Необходимо будет сразу же еще построить несколько домов, чтобы были фермы. Фермерские угодья. Фермерские угодья. Так, 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 так. Так, здесь еще необходимо построить два дома. Раз, два. Чтобы женщины здесь не были безработны, можно поставить ткацкую мастерскую здесь. И заодно добычу лена можно где-то здесь. Добычу лена. Ну, либо здесь. Главное все сделать максимально грамотно. Так, раз. Процесс застройки пошел. Так, необходимо сразу построить префектуру. Я об этом не подумал. Почему-то. Совершенно не подумал. Так, главное, чтобы покрывался форум. Так, отлично. Дома будут. Женщины уйдут. Так, все. Поэтому дома. Раз дом, два дом, три дом, четыре дом, пять дом. Так, отлично, пять домов будет. Застройка будет идти полным ходом. Так, женщины пойдут работать сюда. Охват есть. Здесь дома еще не все построились, поэтому женщин сейчас не хватает. Так, 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 так. Все не так просто, все не так просто. Ладно, берем таблички. Все затраты на строительство в расчете на стройматериалы будут сокращены наполовину на протяжении длительности этой таблички. Понятно, вам нужно построить 10 домов, для ваших первых граждан построить 9 из 10. Если вы построите казармы, ваши солдаты получат 10 железных орудий, 10 единиц обмундирования. Так, замечательно, замечательно. Так, у меня, так как у меня будет очень много древесины, потому что дома улучшатся по уровню. У меня с древесины будет переизбыток, и поэтому, да, необходимо мне будет наладить производство... Так, сейчас скажу, какого оружия. То есть оружейную лавку поставить я поставлю, пока не сейчас. Пока что не сейчас. Так. Ткацкую мастерскую можно поставить. Нет, нельзя. Хотя нет, можно вот таким образом. Здесь будет оружейное. Так, постройте 10 домов. Да, оно выполнено. Замечательно. Торговая база недоступна. Сенат имеет честь сообщить вам, что на поставку среди материалов была прекращена и перенаправлена к другому новому аванпосту. С этого момента Лас Медулас будет вынужден производить все стройматериалы собственными силами. Я этот вопрос уже предвидел. Даже называет Северное Барварское. Так, 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 так. Это какое? Это вот это. Так, это вот это, которое ближе всего к нам располагается. Отлично, я его завоюю. Мне для этого сейчас необходимы просто лучники. Лучники необходимы. Так, все строительство пошло. Улучшаем, чтобы были храмы. Так, не храмы, а алтари. Алтари не все покрывают, к сожалению, к сожалению. Вот таким образом будет все сделано, реализовано. Так, здесь добыча идет, лина. Женщины пока не торопятся туда идти работать, к сожалению. Так, что у нас с безработными? 6 безработных женщин, 3 безработных мужчин. Мужчины уйдут сейчас на префектуру. Так, 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 нужно планировать, нужно планировать. 10 минут я уже страдаю ерундой. Страдаю просто-напросто ерундой.ру. Также необходимо будет оставить место для театров. Поэтому здесь мне нужно будет сосредоточить все фермерские угодья. Этим-то я вопросом сейчас и займусь. Так, сюда никак... Сюда я хрюшек могу, наверное, поставить. Но, опять же, нужно быть внимательным, чтобы ставить дома. Так, ладно, хлеб, хлеб, хлеб всему голова, поэтому... Все-таки попробуем. Так, хрюшек поставить, как я хотел изначально. Хрюшки есть. Так, остался хлеб и вино. Так, это значит, здесь будет хлеб, и здесь будет вино. Я не знаю, я сейчас, по-моему, такой ерундой страдаю.
самой настоящей ерундой, потому что по домам проблема. Нужно сейчас очень много женщин. Здесь обеспечу только лишь небольшую часть, и здесь тоже. Так, ну да ладно, посмотрим, что из этого получится. Так, мужики, все отлично, отлично, все замечательно. 5 безработных женщин. Женщины сейчас будут все здесь в пределе. Появятся у нас мужчины, которым тоже нужна будет работа. Так, все здорово. Так, лен пока еще не получают в нужных объемах. Угу. Так, 5 безработных женщин. Можно было, конечно, женские какие-то фермы поставить здесь. Так, где безработные мужчины? Все здесь. Так. Сейчас все распределится, все распределится. Прам-пам-пам-пам-пам. Где-то здесь, где-то здесь. Вот, поэтому думаю поставить еще в данном месте... Хранилище. Хранилище. И думаю построить тогда пекарню. Пекарню в этом месте где-то. И сразу же мясную лавку. Так, раз, два. Что случилось? Мало денег. Я знаю, что денег очень мало. Я это знаю. Так, тут везде нужен камень. Что с безработными? Мне необходимо наладить производство луков и стрел. Так, все здесь добывается, там добывается, здесь делается. Так, ага. Ага. Я забыл про таверны. Как раз у одной таверны будет площадь покрытия... Здесь и другую таверну я построю в другом месте. Построю ее здесь. Я еще допустил ошибку. Я не поставил добычу глины. Сейчас я должен эту проблему тоже решить. Потому что глину нужно добывать, просто необходимо. Вот таким образом по домам. Все не очень хорошо и оптимистично, потому что театры я не везде смогу поставить. Это место надо необходимо оставить, думаю, для бань. Бани сюда должны будут влезть. Так, процесс пошел. Безработные сейчас потихонечку будут уходить. Так, да, есть. Поэтому сразу же необходимо построить. Денег-то нет. Денежки-то кончились. А почему они у меня кончились? А кончились они у меня по одной простой причине, что я ничего полезного сейчас не произвожу. Под полезным я подразумеваю элементарное оливковое масло. Так, необходимо построить на торговые пути. Что я могу продавать? Продавать я могу камень, и продавать я могу муку, мясо и лен. Также я могу продавать вино. Так. Чем бы пожертвовать? Золотая руда нет. По морским путям можно даже не смотреть, потому что смысла нет. У меня нет выхода на море. Все очень неплохо. Так, кто-нибудь здесь работает? Пока никого нет. Так. Можно еще построить, думаю, дом где-нибудь в этой области. Так, новая колония. Так, все затраты на строительство, вращал стройматериал, вынаграждает целинарием за каждого счастливого гражданина в городе. Ну, хоть сколько-то... Так, что там? Вы должны завоевать сердце. Да. Ты должен накопить 50 партий золотой руды и отправить ее в Рим, чтобы тебе разрешили экспортировать золото по более высоким ценам. Отлично, это отличная, прекрасная новость. Так, поехали, деньги теперь у меня появились. Появились у меня денежки. Так, и сейчас необходимо заняться наглой застройкой домов. Просто наглый.
Я сейчас на самом деле такой трэш создаю. Стройка века просто. Так, так, так. Раз у меня там будет строиться. Лучников. Мне нужно как минимум две казармы лучников построить. Так, тут у меня теперь будет проблема с алтарями. У меня будет постоянно их просить и клянчить. И будут бунтовать. Чтобы это не произошло, необходимо построить алтарь. Так, что тебе нужно? Тебе нужна глина. Глина, глина. Работники. Работники на глине есть. Замечательно. Все здорово. Так, на меня уже пошли варвары войной. Так, где? Так, вы кто? Да, вы по соседству со мной располагаетесь. Пожалуйста, стройся. 200 динарий. Материал, всего одна доска осталась. Так, все, замечательно. Необходимо сразу строить лучников. Пока я их поставлю здесь... Сразу же необходимо, наверное, попробовать еще одних поставить. Так, интересно, я купить быструю постройку смогу? Нет, не хватает. Ой, тысяч... Сколько? 1000 динарий? Да вы с ума сошли, у меня откуда такие деньги? Так, процесс пошел, быстрее, быстрее, тащите древесину. Поздно, поздно, поздно. Так, здесь построилось. Так, все отлично, сейчас выйдет половина, хотя бы половина. Куда вы бежите? Вас сейчас все зарезали. Это был провал, провальная тактика, я не успел ничего сделать. Так, что вы мне подожгли? Так, вы мне подожгли один дом. Поставлю его на перестройку. И все же попробую поставить на перестройку здесь этот момент. Да вы куда возвращаетесь-то? Ребята, вы куда бежите? Ну, слава богу, получили просто по щам. Просто получили по щам. Жалко, что сгорит это стрельбище. Префектура не достает до него. Как жаль. Как жаль, как жаль. Так, что случилось? Преступность. Так, почему? Безработных очень много у меня. Я без вас знаю. Так, 5 безработных женщин. Где вы у меня? Вы у меня здесь, 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 здесь. Я единственное, да, я не позаботился вопросом лавки травника. Так, тут я допустил ошибку. Я забыл о том, что я хочу и хотел здесь бани поставить. Вот в чем беда. Поэтому лавка травника будет здесь. Надеюсь, это хоть как-то займет женщин. Так, 2 безработных мужчин. Двое безработных мужчин. А с вами все гораздо проще, но пока строить под вас нечего. Вообще просто нечего. Так, лучники, лучники, рынки. Ткань, рыба, хлеб. Здесь ткань производится, но сейчас вся ткань будет уходить на военных. Так, здорово, здесь 18, здесь пока 8. Ребята таскают ресурсы. Ребята таскают ресурсы. Вино есть. Давайте смотреть слухи. Необходима колбаса, хлеб. Хлеба очень много нужно для товарищам. Где у меня еще таверна? Таверна у меня вот. Необходима колбаса, хлеб, ткань. Ну, что ж. Хлеб производится, колбаса производится. С женщинами. Так, лавка травника построилась. Где безработных женщины? Где вы? Так, одна. Ты у меня живешь. Одна здесь. Так, хорошо. Стоп. А, это автосохранение. Я уже напугался. Вторая безработная женщина. Так, здесь. Ну что ж. Где, где была? Где-то здесь, да, безработная женщина? Или здесь? Так, нет, ты здесь работаешь. Так, это я старика выбрал. Не того. Женщина, женщина. Безработная, как я понял. Я не вижу, кем ты работаешь. Да, безработный. Поэтому можно поставить еще ткацкую мастерскую. Вот в этом месте прекрасно. Но товарищи без бани остаются. Ладно, это я потом все буду переделывать. Главное сейчас всех трудоустроить. Так. 8.23. Постепенно им приносят ресурсы снаряжения. Преступность. Преступность. Сейчас по шапке настучат. Так, поехали, поехали, поехали. Все, женщины трудоустроились.
Смотрим. Две свободные работы, один безработный мужчина. Мужчина. А, мужчина, где ты живешь? Ну, говори. А вот он здесь живет. Эх. Так, здесь почти полный отряд. Здесь до сих пор всем плевать на этот отряд. Бездарно все застраиваю. Бездарно. Так, тут будут храмы. Они покроют всю эту область. Театры, театры. Вот здесь нельзя застраивать, потому что будут театры. И здесь я сильно близко построил бараки. Ладно, потом перенесу. Потом все сделаю, выполню. Так, 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 все прекрасно, все хорошо. Казалось бы, что я могу продавать? Продавать я могу, наверное, железную руду. Продать, продать железо, железо, железную руду Бурдигалла. Я ее пока на данный момент не произвожу, поэтому я продавать ее не могу. Но нужно. Нужно, нужно, нужно. Так, где безработный мужчина? Безработный мужчина, ты живешь у нас... Вот где ты у нас живешь. Какой ты нехороший безработный мужчина. Эх, ну что ж, придется построить два дома. Рынок. Охват рынка. Ну, по крайней мере, здесь. Поэтому здесь, да, дома еще могу строить. И что ж, железо. Построю еще два дома. Таким образом. Так, отлично. И сразу же можно будет построить... Вот теперь мне хранилище здесь, необходимо, так как здесь безработный мужчина. Я могу поставить здесь пока временно, но все же торговый пост расположить. Вот таким вот образом, чтобы железо сюда все уходило. Которое будет добываться здесь, будет переноситься на склад. И потом со склада будет переноситься в эту область. Надеюсь, я проблему смогу решить. Я на это очень сильно надеюсь. Так, пожалуйста, несите сюда снаряжение, потому что здесь уже укомплектованный отряд. Так, что случилось? Поселенцев не хватает. Да, 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 есть такой грешок. Я забыл про школу, поэтому я мог здесь просто построить школу. Но я этого не стал делать, потому что школу я поставлю здесь. Так, идет продолжение бездарной застройки. Просто бездарной. Так, все, на меня пошли войной. Товарищи, некогда страдать фигней. Не хватает. Не хватает ткани. Несите ткань. Все, опять сейчас этим лучникам хана. Вот было бы два отряда, я бы всех перестрелял. Все, им хана. Им просто хана. Очень жаль. Очень жаль. Очень жаль. Эти товарищи выходят. Сейчас получат по шапке. Так, перестроить. Так, что вы еще мне будете поджигать? Перестроить. Перестроить. А, сплошные убытки, сплошные убытки. Я надеюсь, хоть сколько-то железа успел добыть, а? Продать железную руду. Да, успел, поэтому пускай все функционирует. И я думаю, что сейчас все-таки удастся мне добыть достаточное количество ткани. Так, ну и пора все-таки взять старый добрый читерский способ построения... башен, как я и обещал. Делается все это очень просто. Если я построю здесь прямо стену от и до, то варвары просто-напросто создадут у себя трибушет либо катапульту, пробьют стену и пройдут. Но так как башни, в них лучники, поэтому можно сделать таким образом. Раз построил, так сразу же еще своеобразной змейкой пустить их. Так, вот тут я мог еще вот так сделать. Ладно. Пустить все змейкой. Вот таким образом. Пустить их по ложному, так сказать, ходу. По долгому. Пока они будут идти, башни их перебьют. Но на это все нужны деньги. А денег... Точка, кончились. Все, деньги кончились.
Вот, вот в чем беда. Что случилось? Почему преступность? Бедные, бедные. Блин, бедные, конечно, это плохо, но, блин. Что лучше, быть бедным или быть мертвым? Так, 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 так. Тут все строится. Сейчас увидите эту схему в действии. Здесь мы обманем просто искусственный интеллект. Пока я сейчас сделаю здесь оборону, на меня могут напасть с этой стороны. Так, две башни есть. Почему это никто строить не хочет? Потому что если сейчас на меня нападут, мне будет ой как плохо. Просто нереально плохо. Так, стройте, стройте, стройте. 7-8. Тут еще 2. Так, потихонечку здесь отстраивают. Это главное. Я понимаю, преступность. Да, да, да. С хлебом беда. Но, блин, товарищи стараются. Пекут хлеб. Так, изначально все пошло все не так. Но, по крайней мере, неплохо. Можно все исправить. Это лишь временные трудности такие. Небольшие. Так, здесь я буду играть своеобразный Tower Defense. Вот, так, отлично, сюда несут снаряжение. И здесь практически сейчас будет укомплектован отряд. Я его сразу поставлю сюда, чтобы он отстреливал супостатов. Все отлично, да, так и есть. Все, ставлю, ставлю, ставлю. Пускай отстреливают супостатов наравне с этими башнями. Так, здорово, здорово. Все прекрасно, все прекрасно. Так, нужен хлеб, колбаса. Хлеб. Хлеб нужен больше, чем храмы, и меня это радует. Но скоро дойдет и до храмов. Так, ух ты, железо поставляется, железо продается, здорово, денежка течет. Денежка идет, все замечательно, могу построить здесь хранилище. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Здесь почти укомплектованные товарищи. Но мне плевать, потому что здесь будут лучники стоять. Все, поехали. Вот сейчас посмотрим, сейчас мы дадим бой грязным супостатам. Вот, если посмотреть, вот, башни начинают стрелять. Начинают стрелять и убивать варваров. Варвары идут спокойно, потому что путь сквозной есть. Они поэтому идут, и они еще не понимают, что их ждет. Что их просто ожидает. Убивать всех, убивать. Все, процесс пошел, убийство. Они не дойдут. Они не дойдут. Так, все здорово. И теперь можно, думаю, идти в контратаку. В контратаку, господа, идите, шагайте в контратаку. Дуй, дуй, дуй. Дуй в контратаку. Все. Сейчас мы это заберем себе. Здесь уже потребности нет никакой строить. Все, забудьте, забейте. Это что такое? Необходим камень. Камня очень мало, хоть у меня и две шахты. Сильно много камня ушло на башни. Все, теперь сейчас с камнем будет все в порядке, все хорошо, замечательно. Так, все, мы всех порвали, всех победили. Уходим, уходим, уходим. Будем сейчас тут добывать золото. Ё-моё, я целых полчаса тут рассусоливался. Так, смотрим, нападите на варваров, выполнено. После того, как закончится срок действия этой таблички, вы не сможете накопить больше, чем 300 динариев. Сопоставили совет ваших коррупционных действий. Окей. Так, стоп, секунду, а как же мне тогда строить хранилище? Хорошо, что я здесь успел построить. Так, 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 так. Следующее, значит, поселение. Здесь у нас что? Здесь лучницы. Так, ну что ж, думаю, я смогу отбиться от них. Так, здесь золото, здесь золото, здесь золото. Блин, хранилище, хранилище же есть, да, все замечательно. Так, в чем проблема, господа, в чем проблема? Я сейчас не могу улучшать ни форум, к сожалению. Нужно 400.
Так, 749. Я забрал 748. А, у меня все срезалось просто. Да, все, я понял. Так, смотрим, смотрим в тавернах. Необходим алтарь. Хлеб, хлеб, нужен хлеб. Будет хлеб, будет все. Будет все хорошо. Хлеб, хлеб, хлеб. Так, здесь мне необходимо как минимум пока на данный момент поставить 4 здания. 4 дома, так как у меня... И здесь еще 2 жилы. Нужно очень много хижин. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Это я исхожу из расчета на то, что на каждую жилу по 2 мужика. Так, теперь необходимо, значит, сразу же поставить рынок. Охват у рынка есть. Теперь необходимо... Так, денег пока нет на данный момент. Что ж, сделаем здесь, сделаем здесь. Так. Что, что, что? Безработные женщины, безработные мужчины. Все будет хорошо, друзья, все будет хорошо. Так, женщины могут работать еще. Как раз останется 4 женщины здесь, которые будут работать. 2 женщины будут работать в торговых пунктах. Вот что я запланировал. Торговые пункты будут стоять рядом. Сразу будет их 2. Пока мне просто необходимо собрать 50. Потому что на данный момент я не могу продавать золото до тех пор, пока я не соберу 50 единиц золотой руды для Рима. Все очень просто. Так. Все здесь строится, все здесь строится. Так, с хлебом, как мы можем наблюдать, по-прежнему проблемы, так же, как и с тканью. Так, хлеб как начинает поступать, так же начинает пропадать с прилавков. Тут работает еще... Вот, ну, мужики, козлы, ну куда вы затесались-то? А, ну правильно, я поторопился, потому что, блин, я еще рассчитывал на эти шахты. Прошу прощения, я вас раньше времени оскорбил. Так, продать, продать золото. Пока продавать не могу по одной простой причине, потому что я еще 50 руды не набрал, мне вот только 8. Собирайте, собирайте руду. Все прекрасно, и потом вас сразу же все будет. Так, идем сюда. Я хотел построить таверну вам, и вам я ее обязательно построю. Вот тут. Тут будет таверна. Так, 17 руды. Руда потихоньку, постепенно собирается. Так, тут сразу можно построить еще одно хранилище. Так, я вот лучше сейчас задачусь вопросом по выносу... Так, денег нет. Необходимо построить еще 3-ю казарму, потому что здесь на меня будут нападать. Я не знаю, в каком направлении будут нападать. Будут нападать на основное селение, либо на дополнительное. Вот, 50 единиц золотой руды, только 20. Только 20. Эта миссия уже затягивается. Так, смотрим рынки. Колбасы много, рыбы много, хлеба мало. Ну что вам надо? Я понимаю, вы бедные. Так, пока там есть префекты, все хорошо и прекрасно. Так, 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 так. Попробую еще здесь поставить. Сразу 2. Надеюсь, что кто-нибудь из мужиков все-таки перейдет работать на эти шахты. Да, так и есть. Только вот из этих не идут. Из этих начали уходить. Это нехорошо. Так, отлично. Все сюда несете. Поэтому, думаю, поставлю еще здесь парочку. Так, колодец. Так, в зоне. Так, это не достает. Поэтому необходимо построить алтарь.
Так, все здорово, все под завязку, кроме... Да, что это за качели-то такие, а? Так, 50 единиц, я уже не могу. Выполнено, здорово. Все замечательно, замечательно. Продать в Рим, продаем. Продать в Рим. Стоп, секунду. Продать в Рим, еще продаем. Все здорово. Все, будут вам ресурсы, будут. Я еще даже казармы не строил. Сценарий выше 300 конфискуется. Замечать, торговая база недоступна. Самостоятельно прекратить поставки пищи. Черт с вами. Построить 5 золотых шахт, пока построил 4. Опс, 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 опс. Так, все, атака, 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 атака. Ох ты, это дальнее селение. Здесь у вас лучники и мечники. С вами-то я справлюсь. Вопрос только в том... Так, стоп, секунду. Вопрос только в том, куда мне выводить свои войска. Вот этого вот я не знаю. Пока что их выведу сюда, там видно будет. Так, плохо, плохо добываете, плохо добываете. Ну, по крайней мере, сейчас у меня деньги должны быть. Проблемы, проблемы, проблемы должны будут решаться. Алтарь, хлеб, нужно много хлеба. И нужно храмы, нужны храмы, уже они необходимы. Поэтому сейчас попробую поставить... так, стоп, секунду. Почему тут мужики? Вот мужики, сейчас перейдите работать в шахты, а, пожалуйста, я вас прошу. Дайте работу женщинам, потому что еще мне необходимо пекарню дополнительную построить. Так, враги нападают, так, я опять перестраховываюсь. Время. Так, стоп. Я не знаю, какой вы дорожкой пойдете, друзья. Поэтому сейчас может быть очень больно и очень плохо. Так, отлично, вы не пошли на золотодобывающий регион, и это прекрасно. Здесь я вас встречу во всеоружии. Все, здорово. Ну вот, еще не хватало внутри пожаров. Что где горит? Что где горит? Шахта горит. Перестроить. Так, враги идут. Враги идут. Так, по безработным. Женщина здесь, женщина здесь, женщина здесь, женщина здесь. Все женщины только там безработные. Так, я опять сбился. Женщина, 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 женщина. В основном женщины здесь безработные. Так, что мне нужно? Может, с вином уже проблемы? Нет, с вином проблем нет, с колбасой нет, с хлебом. Почему с хлебом-то такие проблемы, я понять не могу. Так, ну, почему мука не... А, мука забирается. Так, все, я даже не знаю, что для женщин. Так, вот очень плохо, что все здесь идут разом. Первые все-таки должны всасывать урон именно мечники. Так, расследование продолжается. Здорово, если занято сообщение работы находится на уровне сабли, свободно. Так, так, так. Здорово. Я получил деньги, нужно построить 3 торговых поста, это выполнено. Ну, доступного торгового тем можем покупать вино и мрамор по сниженным ценам. Это здорово. Следует золото через торговые посты. Так, пока что я продал 30. Так, все, война пошла. Быстрее необходимо уничтожить. Так, отлично. Есть, и теперь лучников. Лучников, лучников, лучников. Вот честно, меня уже псих берет. Какого черта вы все поджигаете? А? Вот какого... Так, отлично, перестроить. Сами же свои дома поджигаете. Зачем вы так делаете? Сейчас лавку травника вам поставлю. Так сказать, и будет вам счастье, женщины. Так, идите восстанавливайтесь. Бойцы, домой. Бойцы, домой. Восстанавливайтесь. Так, женщина, сейчас хотя бы часть трудоустрою. Это уже радует. Так. В принципе, я начинаю опять фигней страдать. Да...
Преступность. На тебе деньги, ё-моё. Работать надо. Лукреция вон работает. Так, работа, работа, работа. Посмотреть, безработный мужчина. Ты у нас здесь. Безработный мужчина. Хорошо, специально для тебя я построю школу здесь. Вот в этом месте. Вот специально для тебя. Так, надеюсь, ты успокоишься в этом плане. Угомонишься. Женщины, женщины, женщины. Бунт! Где? А, ну да, конечно же, вам нужен храм. Я забыл. Прошу прощения, сейчас все будет у вас. У вас сейчас все будет. Так, по женщинам. Три безработных женщины. Безработная женщина, безработная женщина. Что я нажал не так? Безработная женщина. Раз. Вот тут вы у нас перешли сразу же в разряд преступниц. Молодцы, прекрасно, конечно, правильно. Ах, вы глупые девушки. Так, сюда. Ставлю. Вам необходимо построить еще храм. С храмами-то у меня беда, потому что у меня нет мрамора. Мне мрамор придется закупать. Об этом я пока не подумал. Так. Мне нужно закупать мрамор. Ужас. Ну, так, отлично. Купить, купить мрамор за 5. Здорово. Ну все, все, все угомонились. Женщины. Так, все, угомонился безработный. Две безработных женщины по-прежнему. Одна безработная женщина. Так, что, что не так? Раз. Видимо, всего одна осталась. Так, храмы есть. Потребности. Пора смотреть хлеб, ткань, храм. С хлебом по-прежнему напряженка. Я тут еще хлебом не озадачился. Так, здесь по одному поставлю еще, если... Так, нужно построить еще одну казарму. Так, и, наверное, поставлю еще одну. Сделаю их 4. Сразу пойду сейчас всех вынесу. Ну их нафиг, ё-моё, столько ждать. Так, 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 так. Золотая шахта, что? Отличная на экспорт есть. Ничего страшного, я сейчас их всех размажу. Просто размажу, скорость я сокращу. Так, идешь сюда. Так, эти сейчас будут на меня нападать. И нападать они на меня будут с другой совершенно стороны. Так, 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 так. Бегом, бегом сюда. Товарищи, бегом. А, точнее, вот так. Бегом сюда. Так, здесь пока отряды комплектуются. Так, здесь солдаты, это просто, это лучники. И это у нас 72 человека, ё-моё. Так, все нужны, нужны здесь все, все нужны. Поэтому давайте бегом на защиту. Все, сейчас, думаю, смогу отбиться. В атаку. Сейчас с этим отрядом справимся, подойдет как раз следующий, и следующий надо будет выносить. Так, один отряд вынесли. С этим какая-то беда. Да что ж так лучников-то долго вы убиваете, а, друзья? Просто очень долго. Видимо, узкий проход, не все достают, надо было мне ближе выводить. Так, все, отлично, не отступают, поэтому наступайте, на ближайших наступайте. Все стали врагами, все нехорошие, все, всех выносим. Так, еще один отряд на меня в этот момент наступает. Так, мне их нужно перехватить, где они? Они, вот они.
Надеюсь, мне удастся это сделать. Так, стоп. Так, сюда. Разворачивайтесь. Все, пошла жара, пошла пьянка со всех сторон. С двух флангов атакуют. Так, один отряд побили. Другой отряд не получится, наверное, побить. Я надеюсь, я на это просто очень сильно рассчитываю. Так, побили все-таки. Все-таки побили. Так, давайте, стойте, держитесь. Так, отлично. Эй, они пошли дальше, что вы? Ах ты, боже мой. Так, 17. Здорово, шагайте быстрее. Вот такая вот суматоха. Здесь пока все комплектуются. Так, где мои солдаты? Вот мои солдаты. Сейчас они вас вынесут. Все здорово. Так, возвращайтесь домой. 20. Развернутые. 8. Так, посмотреть на рынок, если одна ткань. Хлеба по-прежнему нет. И еда потихоньку уходит. Необходима колбаса, театр, хлеб. Необходимо вино, необходимы бани, ткань. Так, больше всего что нужно? Больше всего нужен хлеб. Вот где беда. Беда с хлебом. Поэтому этот вопрос нужно решать. Этот вопрос обязательно нужно решать с хлебом. Потому что это, блин, это не дело. Раз. Ну что ж. Придется строить дома. Дома. Так, и женщин еще отправить. На что бы мне отправить женщин? На ткань, может быть. Ткацкая мастерская. Так, эти у меня, наверное, рабы, чтобы не запахивались. Поставлю им еще убежище, чтобы их было больше. Так, отлично, поехали. Так, здесь необходимо сейчас набираться сил. 23-22, пока еще процесс идет. Везде все строится. Храм. Храм все покрывает. Замечательно. Хлеб. Все здорово. Все прекрасно. Женщины работают. Так, здесь построилось. Рабов теперь намного больше. Здесь все трудоустроены. Золото вывозится. Замечательно. Так, 36, 33, 32. Да плевать. Вообще плевать. Так, это кто пошел? Это вот вы на выход пошли. Теперь идете вы на выход. Теперь, так, 32, 35. Идете вы на выход. И идете, соответственно, вы на выход тоже. Поехали. Ждать не могу. Так, что у вас здесь? Вы почти полностью скопили силы, господа. Так. Сейчас пока эти остановятся. Этих я отправлю на ближайший город. Пошли в атаку. Вы в атаку. Вы пока ждете, пока все к вам подойдут. Что вы делаете, а? Я не знаю, что это сейчас произошло. Но куда-то отряд потерялся один. Отряд пропал. Так, иди домой, ты пьян. Это как это понимать? У меня отряд просто в пески. Все, я могу из-за них сейчас деревню не захватить. Так. Если посмотреть статистику. Нет, я сейчас вынесу. Я вынесу это поселение. Сделаю правильно. Все. Минус один. Идете домой. Все идете домой. Вы тоже идете домой. Все здорово. Так, тут все есть. Угу. Так, надеюсь, тот отряд пришел домой. Да, вот они тренируются. Здорово. Так, это пора перепрофилировать в продажу золота. А не железо.
Так, стоп, секунду. Так, 5. Построить казарму, нужно взять табличку. Так. Необходимо мне построить обычные казармы. Где у меня с безработица? Какие проблемы? Так, один безработный мужчина, он здесь. Он здесь. Так, ну, здесь уже все сильно круто. Все очень круто. Так, здесь все очень круто. Здесь я всех вынес. И здесь идеально строить фермы и... Блин. 26, 36. Развернутый 34. 35. Так, думаю, здесь для защиты мне хватит двух отрядов. На всякий случай. Так. Сохранение. 36. Здорово. Тоже сюда ведем. Вот оно, нападение. Так, что в вашей деревне-то у вас мечники и лучницы? Все неплохо. Так. 28, 32. Замечательно. Идете сюда, и вы идете сюда. Сейчас я вас перехвачу и победю. Но мне еще необходимо построить обычные казармы. Этот момент я упустил. Итак, серия что-то чересчур затянулась, скажу я вам. Просто чересчур. Ну, блин, так получилось. Так, господа, идем ва-банк. Идем ва-банк. Надеюсь, вы прямо на них сейчас пойдете. Прямо на самого ближайшего врага. Да, вот, война, бой, битва, стреляй, убивай. Убивай их. Все, отлично, отряд мечников вынесли. Остался отряд лучников. Ну что такое один отряд лучников против 4 отрядов лучников? Ничто, просто ничто. Все, все идут в бегство. Спасаются как могут. Так, идешь сюда. Где-то еще был отряд один. В общем, неважно. Захватывайте ближайших. Так, все на выходе, кроме вот этих вот товарищей. Где-то у меня здесь кто-то. Я не знаю, где они. Ау, хлопцы. Хлопцы куда-то пропали, их нет. Так, ну да ладно. Думаю, 3 отрядов будет достаточно. Так, тыркаю. Все без толку. Лесная братва. Вот она во всей красе, ее нет. Ну так, ну что вы, господа? Вы пошли просто дальше. Все, отлично, я их нашел. Я их обнаружил. И теперь осталось вынести последнюю деревню, пока она там будет выноситься. Я могу спокойно начать здесь производство. Раз, два. Раз, два. Отлично, так. С чем у меня проблемы? Мне необходимо построить здесь кузню. Кузню и еще что-нибудь. И мясную лавку здесь поставлю. Просто на всякий случай, чтобы затем можно было мне поставить рынок. Рынок есть. И построить сразу же таверну. Таверна будет рядом с рынком. Так, секунду. Рядом с рынком. Все здорово, колодец есть, и необходимо построить один алтарь и храмы. Я забыл про храмы, мне сейчас будет капец. Так, ну что ж, храм номер раз. И храм нужно построить здесь специально для наших уважаемых друзей. Все отлично, храм здесь есть. Так, храмы там есть, новое поселение. Не без храма вы будете. Так, все отлично. Так, все. Процесс пошел, там вы всех вынесли. Отлично, идете домой. Домой. Уничтожьте варваров, я это сделал. Вы достигли 140 домов. Отлично, это есть.
Следующее, на время действия данной таблички, все шахтеры будут производить в два раза больше. Да куда уж больше. Так, смотрим. Еще два дома. Так, раз, два. Сразу же необходимо поставить шахту. Шахта пока строится. Необходимо здесь еще посмотреть. Вот тут еще золото. Очень много золота. Так, и сразу же поставить вам надо будет таверну. Так, сначала отстройте шахту, чтобы мужики ушли туда работать. Все, отлично. Так, с шахты золота 5. Следует накопить 250 повозок золотой руды. 88 из 250 пока я накопил. Золотая лихорадка. Пускай строится. Казармы. Осталось построить казармы. Так, так, казармы, пускай поставлю я их здесь, уже разницы никакой особо нет. Разницы уже нет. Никакой, главное закрыть табличку. Так, и золотая лихорадка пройдет, и все осталось теперь на золото. Так. Здесь таверна есть, на таверну не хватает работников. Так, все теперь хватает, построить казармы есть. Золотая лихорадка сейчас кончится. Так, посмотреть, если да, по рабочим у нас пошел уже дисбаланс. Здесь необходимо построить алтарь и построить храм. Сразу же построить храм. Так, женщина работает, поэтому нужна тут какая-нибудь еще мужская профессия. Для этого необходимо посмотреть. Так. Могу построить один дом. Один дом и сразу поставить им таверну. Таверна есть. Все, я думаю, эти два сотрудника сразу перейдут работать. Ага. Женщина туда, там будет мужчина. Один сюда уйдет. В принципе, два дома. Должно хватить. Должно хватить. Так, сразу вам заложить необходимо храм. Все, с поселенцами проблем нет. Так, что у нас по театрам? Сейчас, наверное, будет потребность большая в театрах и в банях. Да, я хотел тут поставить бани, но... Вот так вот. Вот вам они, бани. Баня, это, конечно, круто, но, блин, баню могу поставить здесь. Охват небольшой, но все же, пускай будут. Бани могу поставить здесь, тоже могу поставить, это замечательно. Бани. Здесь даже идет полный охват. Здорово, пока без театров, господа. Пока без театров. Так, ну все, по потребностям... Так, все тут перешли на рынок. Сейчас построится один дом. Будет здесь сотрудников столько, сколько нам нужно. Так, все, отлично. Построился. Да, все. Так я и предполагал, так я и планировал. Сейчас будет тут храм. Можно построить еще храм Фортуны там и прочую ерунду. Так, если посмотреть по тавернам... Ё-моё, вот где надо поставить храм Бахуса, срочно. Для этого необходимо пока построить арку. Арку я могу построить здесь где-нибудь. Пускай будет здесь арка. Все-таки дорога. Так, арка будет построена, арка будет построена. Так, здесь что? Здесь ничего. Здесь ни бань, ни театров. Бахуса тоже было бы здесь неплохо поставить. Так. И фортуны. Все, я думаю, поставлю в одном... А, фортуны могу поставить здесь. Храм фортуны. Отлично. И здесь я, наверное, поставлю храм Бахуса, чтобы потребность... Потому что я почему сужу по этой таверне. Вот у нее такой охват, и здесь просто театры капец как необходимы. Поэтому пускай пьют вино и подавляют, тем самым удовлетворяют свою потребность в театрах. Преступность. Да что ты будешь делать-то?
Так, я упустил момент, что я хотел сделать. Все, отлично, я на... А, золотая лихорадка кончилась. 128 пока золото идет. Неплохо, потихоньку, помаленьку. Так, Бахус. Отлично, просто отлично. Прям вообще в цвет в этом месте. Все здорово, все прекрасно. Эх. Долго я играл в Last Medulas, но, видимо, это уже говорит, сказывается во мне моя усталость за сегодня. Что-то я как-то, честно, я упоролся за сегодня, как эти рабы. Так, да, вам поставить нужно будет здесь бараки рабские, чтобы было больше рабов. Даже вам ускорю этот процесс, чтобы не мучились. Так. Но, в принципе, не очень-то и плохая ситуация. Всего две безработных женщины, и они то здесь находятся. В принципе, могло бы быть и хуже. Лавки травников. Так, все. Ну, преступность, идите работайте. С работой дела обстоят вообще замечательно и прекрасно. Так, необходимо все улучшить. Деньги есть. Все, храмы все улучшены до последнего уровня. Осталось... Так, недоступно следующих улучшений. Все. Все прекрасно. Рабов много. Рабы работают. В легком режиме. Поэтому теперь остается дожидаться только одного. Это добычи золота. Все прекрасно. Все замечательно. Потребности в театре у вас теперь. Потребности. Надо же какой-то. Так, здесь пока все хорошо. Здесь все хорошо и прекрасно, если посмотреть ткань. Так, возвращаюсь к этим женщинам безработным. Ты где живешь? Скажи мне, дорогая, ты живешь здесь. Хорошо, понял. Другая женщина, три. Так, это раз. Вилла Фаустина. Так. Ну что поделаешь, придется еще здесь построить ткацкую мастерскую где-нибудь. Чтобы все женщины были трудоустроены. Чтобы никто не вонял, что денег нет. Ну все, женщины, идите работать. Сейчас система вас сама всех распределит. При этом куча свободных рабочих мест именно, видимо, женских не хватает. Так, всего понемногу. Здесь ровно то же самое. При этом храм фортуны... постепенно приносит доход. Отлично, все замечательно, все прошли. Лас Медулас или Медулас отстроен, все прекрасно, все замечательно. Друзья, спасибо за просмотр. Я сам не ожидал, что настолько долго, так долго затянется эта серия. Я думал, сам уложится минут в 40, ну максимум в 45. Ну вот так получилось, не фартануло, как говорится. Еще раз спасибо за просмотр. С вами был Гнусавый Летсплей. Увидимся в следующей серии. Пока!